Эти 5 фактов о картине явления Христа народу вам должны были рассказать еще в школе. 5. Автор картины писал ее целых 20 лет. 4. Факт. Сначала художник тренировался и написал картину поменьше, которая была названа «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», за что и получил звание академика. 3. Иванов был близким другом с Гоголем, и он решил его изобразить на своем полотне. Гоголь – это тот персонаж в красных одеждах, который на полотне стоит недалеко от Христа. 2. Автопортрет художника также присутствует, и это старец с посохом. И 1. Практически сразу после презентации картины и выставки Иванов заболел холерой и скоропостижно скончался.